Из порта Петропавловска-Камчатского на единственном в своем роде российском буровом судне «Бавинит» стартовала масштабная научно-исследовательская экспедиция нефтегазовой компании «Роснефть». На его борту находится 56 человек. Они будут заниматься научной работой и изыскательской деятельностью. Цель экспедиции – получить образцы пород континентального шельфа из труднодоступных и малоизученных регионов Восточной Арктики. Наше судно полностью отвечает требованиям, которые предъявляют к нам наши недропользователи. Они достаточно высоки, такие как высокий ледовый класс для работы в высоких широтах, это преодолевание ледового покрова, работа при отрицательных температурах, работа в зонах, где не работают какие-то системы навигации. В этом году мы будем уже в четвертый год. Это будет четвертый полевой сезон. Судно стартует из Петропавловска-Камчатского и идет в Южно-Чукотское море еще до того, как весь лед в Восточной Арктике откроется. В этом году судно было специально подготовлено и доработано как с точки зрения технологии бурения, так и с точки зрения геофизических исследований скважин. Беспрецедентные по объему научной работы включают малоглубинное стратиграфическое бурение в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а также изучение строения подводной породы в море Лаптевых. Многие исследования проводятся впервые в истории изучения российского севера. Специфика этой экспедиции будет заключаться в том, что мы планируем вскрыть с помощью стратиграфического бурения наиболее древние уровни разреза осадочного чехла, которые имеют сходство с аналогичными комплексами той же Аляски. Этот полевой сезон станет для проекта самым продолжительным и насыщенным. Комплексная программа исследований продлится до конца года.